Привет, меня зовут Юля, и сегодня я хочу с вами поделиться вот такими ангелочками. Я вам расскажу, что мне для этого было необходимо, поэтому оставайтесь со мной и приятного просмотра. Для головы я буду использовать большую бусину. Для своих ножек и ручек бусины у меня будут поменьше, их мне надо 4 штучки. Бусины от Златка, большие шли в наборе, там 3 штучки, диаметр 40 мм. Маленькие бусины, у них диаметр 19 мм. Фетр я схватила понравившийся мне цвет, я думала, что такой толщины мне будет достаточно, но, как оказалось, на самом деле нет. Поэтому надо выбирать потолще. Для шапочки пряжа, это у меня Марта Альпина, и спицы необходимого размера. Вот такой шнур, его необходимо нам метр. Для глазок мне необходима черная краска, у меня был только вот контур, я им буду рисовать. Небольшой кусочек ленточки, пуговички розовенькие у меня. Для наших крылышек я буду использовать вот такие перья. Здесь идет такая лента и на ней перышки. Ей будет удобно просто вот сделать такую петельку, вторую и сзади нам приклеить, поэтому мне вот понравилась она. Еще мне необходимо будет шерсть. И вот такой вот один помпончик надо будет. Я хочу украсить шапочку. Естественно, нам необходимо будет бумага, ножницы, кисточку тоненькую, чтобы нарисовать наши глазки. Ну и термоклей. Первым делом я буду делать наше платье. Но чтобы сразу сделать фетра необходимого нам размера, я делаю так называемый кулечек, как раньше, да? И вот так смотрю, к голове поближе подставляю нашей и буду смотреть, какой необходимо мне размер. Потом длина платья выходит 9 сантиметров. Все это выровняла, обрисовываю. Пистолет-клей разогрелся. Делаю тоненькую полосочку. И аккуратненько все приклеиваю. Берем наше кружево, отрезаем ровненько и будем так приклеивать теперь наше кружево. Берем наши пуговички. Платьечко наше готово. Теперь берем нашу голову. И сделаем ей так называемые ножки. Метровую ленту на две части. Все, наши кончики запаяли. Берем наши бусины. Завязываем узелочки. Петельку я буду делать самую простую. Я беру необходимый размер мне крючка,
он у меня 2,5, и набираю воздушные петли. Длина моих петелек составляет 16 сантиметров. Отрезаю ниточку, ищу серединку наших ножек, продеваю туда крючок. На ручке мне необходимо 15 сантиметров. Запаиваем с двух сторон. Также завязываем наши узелочки. Наши ручки можно сразу приклеить. Чтобы сделать наш шарфик, нам необходимо нарезать нашу пряжу. Отмеряю приблизительно 50 сантиметров. Таких 12 ниточек нарезать. Шарфик я сделаю простой, обычной косичкой. Сейчас будем вязать шапочку. Я надеюсь, что многие знают, как это делать. Если нет, посмотрите видео. Я вам просто дам, сколько у меня петелек вышло и высота шапки, чтобы вы отдельно не рассчитывали и не маялись. Да? Мне необходимо набрать 37 петелек. И вяжу резинкой лицо, изнанка, лицо, изнанка. Провязала 15 рядов. Следующий ряд я буду провязывать 2 петли в одну. То есть делаем наши убавки, 17 ряд провяжем просто и потом уже соединим нашу шапочку сверху, а потом сбоку. Так как это хлопок, вязание выглядит не очень. В том плане, видите, как петельки. Включить утюг на пар и просто паром обдать на расстоянии от самого изделия. Смотрите, до пара. Вот что стало с изделием после пара. Намного лучше. Сейчас я сошью свою шапочку. Шапочка готова. Берем наши перышки, сантиметров 23 приблизительно, и еще 23. Соединю даже два кончика. Делаю вот так пополам и опять соединяю. Смотрите. Где у меня здесь было? Наливаю побольше клея и просто соединяю две стороны. Все, пока можно их отложить. Берем нашу голову, термоклей у меня уже разогрелся, и приклеиваем к нашему платью. Отверстие должно смотреть у нас ровно посередине, потому что у нас будет крепеж как раз идти кверху и через шапочку. Пускай постоит, хорошо приклеится. Я пока возьму нашу шерсть. Вот как работает с шерстью? Просто оторвать? О, оторвалась. Смотрите, оторвала я волосы. Я все делаю на глаз. Приблизительно 35 сантиметров,
эти чуть кучерявые, я их чуть-чуть, наверное, вот так вот уберу. А как сделать, чтобы они были более прямые? Можно так сделать? Берем наши ножки, крючок, который пролезет, и захватываем за нашу петельку. Подтягиваем повыше. Вот так, еще выше. Вот так. Все, выравниваем ножки. И чтобы это все держалось, я вот здесь залью тоже клеем. Вот тоже, смотрите, у нас петелька должна ровно идти. Волосы разрежу на две части. И так лучше приклею. Так как у нас будет шапочка, видно, у нас ничего не будет. На шарфик нанесла клей. Берем крючок, продеваем в нашу дырочку в шапке, протягиваем нашу петельку, за которую будет подвешиваться наш ангелочек. Осталось нам приклеить наши перышки. Пончик приклею на шапочку, и осталось нарисовать глазки. О, это, наверное, самое сложное для меня. Глазки нарисованы, игрушка готова, теперь можно украшать ей нашу елочку. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Творите с удовольствием. Пока-пока.